Задача форсировать раку муховец. Спочатку по особку, после узлаженной колонии. Сплав ожицевляет свыше 40 одинок техники, бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Преодолевали водную преграду. Задача была поставлена форсировать реку на БМД-4М. Задачу выполнили на отлично. Побач и воротовально-эвакуационная группа. Быть внимательным, смотреть за всеми, за машинами, если чуть что-то не так, быть бдительным всегда. Впечатления вообще отличные, потому что все очень слажено, слажено вообще работали. Все прошло хорошо, без происшествий. Форсирование раки – только один из этапов. Десантование особистого состава и техники, стрельба дзённая и у ночный час, выкористание авиации. Программа обучения насыщенная. Мы хотим, чтобы все вопросы они были взаимоувязаны и позволяли применять именно подразделение так, как оно сейчас необходимо в современных условиях. Сам замысел учения носит сугубо контртеррористическую направленность. И сейчас это особо актуально. Задача справилась, все действия были произведены совместно с белорусской стороной. Очень приятно отметить оказание помощи, совместной работы, дружные отношения, приятно работать. Я думаю, на этап самих учений мы уже будем подготовлены, совместно действующие. Тем более по замыслу учения у нас, как уже было сказано, будут работать одновременно российская сторона и белорусская сторона одновременно. То есть командиры, разные командиры будут управлять разными подразделениями. Другие активные этапы учения распочнется 21 вересня. Евгения Мороз, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».